Черт, это всего лишь броня. А я-то думал. Где этот вонючий анил? Прекрасно. Это где-то... хватит! Твари, стреляйте по нему, идиоты, имбецилы! Уволю всех нафиг! Положите обстановку! Все живы! У меня все в порядке. Так точно. Я здесь. Стоп! А где они? Что случилось с Анилом? Пошел макарошек похавать. Его метка движется вместе с той тварью. Патроны у всех есть. Идем за ними. Как-то он беззвучно. Если мы пойдем за Анилом, пропал. Наверняка все погибнем. Ты что, шутишь? Думай о том, что говоришь, Белла. Это слишком опасно. Как старший офицер, я должна принять решение. Да! Принять решение? Да благодаря ему мы тебя спасли! Ведь знаменит или нет, но мы идем за ними. У тебя рожа в каком-то говне. Не бросают. Можешь отдать нас под трибунал. Уходим, парни. Если что, твоя вина. Так это значит, парни. Ура, черт. Вперед. Опять на улице, только что оттуда. Приготовиться, оружие к бою! Вот скотство. Нужно было остаться в ангаре. Ну, оставайся. Правильная политика, деточка. Смотреть в оба, патроны беречь, по своим не стрелять. Забраться, не отступать! Как раз хотел тебе в задницу стрельнуть. Прям вообще неудержимое желание. Нашпиговать ее свинцом. Ух ты, большая Отходим тварь! Всем внимание, начинаем! Твою налево! Что ты творишь? О-хо-хо-хо. Просто ваншотнул. Молодца. Здесь подствол нужен, наверное. Может, он по ногам стрелять? Приготовиться, оружие к бою! Вот, нужно было остаться в ангаре. Вали, никто не держит. Чувствую, я эту фразу Потом много раз буду слышать. Собраться, не отступать! Вот, черт! Вас понял, все внимание, начинаем! Эй! Фух. А это? Девка чё? Замечательное количество врагов. Эй, ну обернись! Пофигистка. Мы отрезаны? От кого? Подкрепления не будет, деточка. Не от кого отрезаться. Мы ведь даже не знаем, жив ли он. Слушай, делай как я, понятно? Молчи в тряпочку, когда женщина разговаривает. Правильно, делай как я называется, а? Хорошая политика. Бабы ни в какую хорошую ситуацию не заведут. Бежим! Куда бежим? Ага, туда бежим. Где опять это бабенцы? Вторая или третья? Использовал бы гранату, раз выстрелы ее только бесят. Граната-то есть, правильно, под ствол. Меня опять поджаривают. Как же это надоело. Я уволюсь. Вы у меня дождетесь. Все в укрытие, бегом! Укрытие? Парни, у нас гости. Я сюда. Отлично. Здрасте, приехали.
сюда, тварь, давай, по башке тебе. По башке. Ой, где ты? Эй, ай, алло. О! Майк Тайсон, откушу тебе голову. Тихо, тихо. Тихо, 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 я уже иду. Я уже иду. Уже здесь. Ух ты. Ты чё творишь? Вот так вот. Куда в стенку ты убежал? Давай, давай, давай. Я не знаю, что я делаю, я просто жму 500 раз на левую кнопку мыши, но вроде бы это помогает, хотя фиг его знает. Да хватит ломать мне голову. Давай, давай, давай. По башке тебе. По башке. По башке. Замечательно. И все сразу остальные закончились. Я очень рада, что ты жив. Рада? Забыла, как ты хотела его бросить. Белла, ты что говоришь? У нас были разногласия. Ага, она хотела нас построить, а тебя бросить. Так, давайте все успокоимся. Я испугалась. А я где? Не только пилот, но и лейтенант. Я принимаю решение. Морпехи своих не бросают. Это важнее субординации. Эй, может поговорим об этом позже? Белла, нельзя рисковать многими жизнями ради спасения одной. Понимаю, каково тебе, но трудно доверять тому, кому жить осталось несколько часов. Мораль. Ты что несешь? Ты же знаешь, что последний патрон я бы оставила для себя. Эй, все нормально, все нормально. Убери пушку, Белла. Белла, убери пушку. Ты направила пушку на старшего по званию. Насколько я помню, твой приказ был, если что, стрелять тебе в голову. Прекратите, возвращаемся в центр управления. Умитесь обе, черт бы вас побрал. Сулакра, это Уинтер. Мы подключили радиовышку и нашли нескольких морпехов. Возвращаемся к вам. Уинтер какой-то Рей Лиотто. Один в один прям. С него рисовали. Я понимаю. Вы находитесь в экстремальных обстоятельствах. Я сам за последний... Да, горнолыжный курорт — это экстремальные обстоятельства. Поверьте мне на слово. А это жопа называется. Немедленно прекратите лаяться. Разрешите? Отставить. Ты приняла правильное решение, сама это знаешь. Тема закрыта. Вы двое, шаг вперед. Эти два придурка хотят отправиться на верную смерть в самое логово ВЮ, чтобы извлечь из твоей груди мерзкую тварь и спасти тебя. А у нас и так мало людей, и слишком много морпехов пропало без вести. Сэр, да выслушайте меня! Но я даю разрешение при одном условии. Сэр? Где-то там есть список всех, кто был на борту. Он мне нужен. Все, можете отправляться. Да, сэр. Спасибо, сэр. А ты чё здесь? Рядом конюшня с наземными ползунами. Возьмите один и возвращайтесь живыми. Всех касается. Сэр, разрешите их сопровождать. Отставить. Я хочу пойти. А я хочу, чтобы мой пилот выжил и вывез с этой планеты сотню морпехов. Разговор окончен. Сотню морпехов? Ты ничего нам не должна. Просто вывези всех остальных, а свои юмы разберемся. Главное, нам не мешай. Сотня морпехов. Где? Где это ваша сотня морпехов? Отлично, пока половина команды просиживает булки в главном штабе управления, мы должны окунуться в еще один чан с месивом. В чем дело? Тут мы не проедем. Цилиндра набила столько пыли, что мы еле ползем. Дальше пешком. Сулака, это Уинтер. Мы доберемся до комплекса на своих двоих. Понял тебя, Уинтер. Не забудь про чертов список. Это военные шаги, но на наши они совсем не похожи. Эти гады,
Свои Ю ищут морпехов, которые еще не добрались до Надежды. Замечательно. А мы куда идем? К разрушенному кораблю, что ли, или что? Если заметим, до комплекса мы не доберемся. Эта обстановочка мне уже какой-то терминатор напоминает. Серое небо и окопы. И летающие всякие эти разведчики. С Улаком мы обнаружили транспорт, но... Сэр, там никто не выжил. Всех прикончили свиноматом. Прием. Понял, Уинтер. Выполняй задание, о парнях мы позаботимся. Конец связи. Ой, замечательно. Что? Я что-то пропускаю? Нет? Ну понятно, мы все-таки приперлись к обломкам корабля. Открой нас, а мы зайдем с фланга. По моей команде. Оружие к бою, огонь! Замечательно. Рассчитывал на противника человека. Да это вообще не противник был. Судя по форме. Стреляй ты уже! Тварь! Замечательно. Есть-то есть, только брони-то нет. Это ставит под сомнение успешность выполнения операции, блин. Мне сейчас надо ни одной ячейки здоровья не потерять. О, размечтался. Какая же ты тварь живучая. Так, одну потерял, слава богу. Вторая восстановилась сама. Все-таки не полностью ее посеял. Да убейте вы их. Замечательно. А во второго... А, здесь всего лишь маленький комплект брони. Не... Нечего тут было, в принципе, получать. Никакой защиты особо нету. Еще больше меня, конечно, волнует количество патронов. Слава богу, хоть что-то мы нашли. Тихо. Но почему в меня-то? Ты ж за бабой бежал. Что ж ты на меня-то решил переключиться? Атакуют бабу один раз и потом на меня. Или мужика один раз атакуют и потом на меня. Что за расовая предрасположенность у этих чужих? Ладно, повеселимся. Напоследок, видимо. А, твою! Ну вот и все. Одна ячейка здоровья у меня остается. И немножко брони я нашел. А из этого автомата, блин, вплотную не попадешь. Что самое-то веселое.